Здравствуйте. Фитнес-тренер Михаил Яцек у аппарата. Сегодня отвечу на такой эпичный вопрос. Что делать, если бегать не с кем? Часто люди говорят, вот, ну, я бы бегал, либо бегала бы, ну, вот, не с кем. За компанию веселее, если бы, то я бы сразу, а не с кем, то и бегать не буду. В общем-то, по сути, это один из видов отмазок, потому что отмазок для того, чтобы что-то не сделать, всегда найдется огромная куча. Ну и почему бегать с кем-то это неудобно, непрактично? То есть вы можете ждать несколько лет, пока у вас появится повод с кем-то побегать, потом начнете бегать и поймете, что это все постная фигня. Почему? Потому что, во-первых, нужно с человеком состыковаться. То есть, если это делается с утра, как правило, все спешат, кто на работу, кто куда. И нужно с человеком созвониться. Алло, ты где? Я тут, я там. И вот это, ой, я через 5 минут буду, я через 10. Короче, вы теряете реально минут 10 лишнего времени. А так, если ты бегаешь сам, то оп, там можешь чуть-чуть раньше выбежать, можешь чуть позже. И остаток времени ты потратишь куда надо, а с утра оно всегда очень ценным будет. Дальше. Ну, если все-таки вы готовы преодолеть этот барьер и жертвовать каждое утро минут по 15 на то, чтобы состыковаться вместе. Дальше вы начинаете бегать и понимаете, что, блин, у вас разный темп, елки-палки. И если я, например, буду бегать с кем-то, кто чуть-чуть послабее, да, опять же, у моего товарища могут быть одни задачи, у меня другие задачи. Он решил сегодня пробежать 2 километра, я решил пробежать 5 километров, либо там 3. И у меня темп один, у него темп другой. Я там могу делать ускорение, он не будет делать ускорение. Я могу делать передышку, не буду. Ну, короче, это все постная фигня. В любом случае, вы даже если вместе выходите, бегаете вы по факту поодиночку. И в итоге вы там потом друг друга ждете, там, ой, чувак, дай 5, побегали, классно, давай с тобой сфоткаемся, там выложим инстаграмчик, лайки кто-то сделает. То есть теряется время опять же. Короче, подытожим. Бег коллективный – это геморрой, снижает эффективность самого бега и повышает затраты времени. А с утра, я повторюсь, оно очень ценно. Другое дело, если вы бегаете вечером и у вас есть там товарищ, знакомый, с которым вы будете бегать, а у вас еще стрёмный райончик, а бегать очень хочется. И, в принципе, вечером время, оно такое, в принципе, не так ценится, как с утра, потому что вечером уже такой расслабончик. В принципе, вечером это более-менее реально, но, опять же, это нужно подгонять темп друг под друга и так далее. Ну, в любом случае, бег – это одиночное занятие. Вот. Поэтому, как ни крути, если вы все-таки хотите бегать, не придумайте себе отмазки, вставайте и бегайте. Опять же, есть еще такие картинки эпичные, по интернету гуляют, вызывают море эмоций, лайков, там такая семья, папа, мама и малышня, парочку таких детей по пояс. Вот. Вызывает буря эмоций, все там лайкают. Ну, я не представляю, как я буду бегать на уровне с женщиной и детьми. 5-7-10-летними. Не представляю даже, какую я нагрузку могу получить. Вот, поэтому это тоже такая немножечко утопичная тема. Хотя, с другой стороны, в плане там подавания примера и так далее, если есть там либо стадион, либо какая-то длинная достаточно дистанция, и вы начинаете бежать, там кто-то бежит быстрее, кто-то медленнее, тот, кто быстрее всех бегает, допустим, отец, он выбегает вперед там на 300 метров, чтобы не терять из поля зрения всех остальных, потом разворачивается, бежит назад, и такие вот кренделя можно делать, в принципе, да. То есть, по сути, можно выйти из любой ситуации, но, опять же, если вы хотите бегать с кем-то просто за компанию, чтобы там, ну, дети, понятно, там их надо мотивировать, все такое, а если вы просто хотите бегать за компанию, чтобы было не скучно, это постная фигня, поэтому одевайтесь и начинайте бегать. Опять же, может быть ряд других отмазок, там нету подходящей обуви, нету шапочки с бубончиком, как у меня, там перчаток, холодно в лицо и так далее. Можно купить балаклаву, можно купить перчатки, сейчас есть экипировка на любой вкус и цвет, не обязательно покупать какой-то суперфирменный костюм, не обязательно ждать того самого дня, когда вы найдете время, чтобы поехать в торговый центр, купить себе костюм, который вам нравится, подходит там по дизайну. Если хотите бегать, надо бегать сразу, в том, в чем есть. Оделся, попер, дальше купишь себе все, что нужно. Потому что откладывать можно на потом очень долго, и, в общем-то, всегда люди так делают. И поэтому большинство людей оставляет здоровый образ жизни на запасном аэродроме. Поэтому вывод такой: если вы хотите бегать, бегайте. Если не хотите,
отмазки всегда найдутся. Если вам понравилась моя шапочка, поставьте обязательно лайк и до новых встреч.